Коренные народы севера на этой неделе отмечают один из главных своих праздников – День оленевода. Первый уже более 40 лет торжественно проходит в сельском поселении Рускинская, где и зародилась традиция его празднования. Правда, если изначально его посещали всего несколько сотен человек, то сегодня эта цифра разрослась до 6-7 тысяч. На празднике побывала и наша съемочная группа. Основные гуляния развернулись на главной площади поселения. Около 300 представителей малочисленных народов севера испытывали свою ловкость, меткость и силу в национальных видах спорта. Беги в национальной одежде, прыжках через нарты, бросание тензиана на хорей. В этом году к уже существующим конкурсам добавились новые. Перетягивание палки и каната, бой на бревне. Здесь же выступали аэронавты и парашютисты. Но самое яркое событие праздника развернулось на озере. В этом году посоревноваться в оленьих гонках решились 50 наездников. Из них 18 женщин. Такую высокую явку объяснить легко. Главный приз – снегоход «Буран». Вещь в лесу крайне необходимая. Но чтобы его получить, надо постараться. Несмотря на то, что участники целый год готовят животных, приучая их к скоростным забегам, олени в большинстве случаев пугаются людей и сходят с дистанции. Раньше выигрывала, а сейчас олени крутят и крутят. Нет, не получается. Надо учить постоянно, чтобы они приучились. Передового надо учить. Я бы не сказал, что кому-то из них сложнее, кому-то нет, потому что управлять оленем у нас бывает, что и женщины лучше управляют, чем мужчины. Поэтому тут как бы не сказать, что кому-то сложнее, кому-то. Это индивидуальный подход к оленям у каждого. Поэтому главную роль здесь играет не просто быстрота оленя, но и мастерство и опыт наездников. В этом году, как и в прошлом, лучше стала семья Лемпиных. Давайте дружно поаплодируем. Лемпин Александр Станиславович, первое место, гонки на оленях и упряжках, снегоход «Буран». Аплодисменты. Все подарки были представлены «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегазом». Всего на празднование общество выделило 600 тысяч рублей. С коренным населением работаем по экономическим соглашениям, поэтому стараемся, значит, в полной мере обеспечить по экономическим соглашениям. Туда в комплект экономических соглашений входит снегоход «Буран», электростанции, лодочный мотор, бензопилы и также финансовые компенсации. И если для коренных народов севера День оленевода – это возможность показать свои умения и пообщаться с родственниками, то для городских жителей – шанс познакомиться с колоритом жизни аборигенов и набраться новых впечатлений. Первый раз приехали. Ожидаем впечатлений. Покататься на оленях, наверное. Ярких впечатлений. С внучкой, дочерью, женой гуляем, смотрим, радуемся, отдыхаем. В 6 утра приехали, впечатление море. Первый раз попали. Живем здесь 20 лет. Первый раз увидели хантов, оленей, детей. Все хорошо. Ну а как только соревнования закончились, участники, да и гости праздника пустились в пляс. Для них организовали дискотеку. Оксана Зайчакова, Григорий Куроптев. Новости нашего города.